Бивер – это пивная мастерская, а наш продукт – это пиво, сваренное вручную и в небольших объемах. В представленных сортах Бивер мы используем качественный европейский солод и эксклюзивно ароматные сорта хмеля. Все ноу-хау в производстве разных сортов пива Бивер достаточно сложны и трудоемкие, что не может не вызывать у нас профессиональную гордость за наш продукт. Что мы знаем о соусе? Ведь это один из главных ингредиентов пивоварения. Именно он в большей степени формирует вкус, аромат и, конечно же, цвет пива. Не все знают, что соус – это пророщенные и просушенные зерна. Для производства пива в основном используется ячменный соус, однако применяется также и пшеничный, и ржаной, и даже кукурузный соус. Миссия Бивер – дать людям неповторимое, незабываемое пиво. Она заставляет нас двигаться вперед. По прошествии более 10 лет мы готовы сказать, что для Бивер производство крафтового пива не только бизнес, это способ реализовать творческий потенциал, открывая новые вкусы для наших посетителей, партнеров и просто друзей. Это тот самый случай, когда, радуя вас, мы радуемся сами. Ждем вас в гости. Всем бобра!